Алло, Миша, вперед! Пошла! Вперед, 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 вперед! Вскарабкаться на барьер, лихо сигануть с мостика на мостик, лучше других выполнить команду, а уже напоследок, так сказать, на закуску, хорошенько покусать беглого преступника. Чтобы на будущее знал, убегать плохо. В таком троеборье лучшие кинологи департамента по вопросам исполнения наказаний в Одесской области и их питомцы выясняли, кто же круче. Как и во всяком спорте, не обходится без ошибок, но их тут же стараются исправить. Программа соревнований разнообразна, ведь у каждого животного есть свои особые таланты. Собаки кусающие, этим нет равных в караульно-постовой службе. Собаки догоняющие. От этих псов не уйдет ни один беглый преступник. Ну а собаки рыщущие найдут любой запрещенный предмет. Главная задача кинолога – вовремя распознать, какой же именно талант у пса, рассказывает Виталий Лазарев. Мужчина уже более 10 лет тренирует четырехлапых. Есть собаки, которые хорошо идут по следу, есть, которые хорошо ищут наркотики, есть хорошие, которые выполняют защитную караульную службу. Есть такое конвоирование. То есть отбирается со щенков потихоньку собачка, начинаем учить, смотрим, к чему она ближе идет, и потом ее учим уже конкретно на что-то одно. Соревнования продлятся еще несколько дней, а победители будут представлять Одесскую область в национальных соревнованиях. Соревнования подобные проводятся раз в году. Вот. И сегодня будет определен в наших соревнованиях претендент, который будет выступать на первенстве Украины по служебному собаководству. Руслан Смещук, Константин Лужневский, телекомпания АТВ.